Всем привет, с вами Родрис. И Сайба, всем привет. И мы сегодня забрались на самую высокую точку на этой карте. Я надеюсь, это да. Самая высокая точка, да? Без этого же мы не можем обойтись. Как же мы ее пропустили в прошлых сериях, да? Да-да-да. Мы пропустили эту самую высокую точку, и мы сегодня с Сайбатом стоим на самой вершине. Да, крана этого, забрались куда только можно. Еще причем я на плечи посадил Родригеса. Да, давай. Повыше было. Давай, я слезу, а то тебе тяжело. Давай, вставай, теперь ты постой. Правильно, ну, мы посмотришь, да? Пяточки, да, носочки. Ладно, побежали спрыгивать. Мы внизу, смотри, внизу идет стройка полным ходом, а работники впахивают, а мы сейчас будем прыгать. Давай как-нибудь поэпичнее спрыгнем. Да, она как-то тут это, знаешь, на деревянных ногах эпично не получается. Ну давай, первый пошел, потом я за тобой сразу, давай. Раз, два и три, давай. С разгона. Оп. Воу! Я, знаешь, как пушинка летишь, да, разгона нету никакого. Шмяк, и все. Да-да-да. Давай глянем здесь, смотрите, мы как-то вот здесь на карте давно виснем, а вот сегодня показывали этот момент, эту строечку, да? Да как-то я заезжал, все равно сюда. Может, пропустил просто. Да, я вот как пропустил. Здесь вот такие застывшие люди, они заморожены, что ли. Что-то произошло здесь, какая-то катастрофа. Ты видишь? Саб-Зиро прошел. А, Саб-Зиро, точно, да. Всех заморозил, пришел на стройку и... Я так понял, сюда бетонные плиты готовые привозить. То есть бетонные изделия, ЖБИ. Наверное, да. На заводе что производишь, и сюда привозишь. А, вот сюда, наверное, вот их ложишь, да? Как бы сдаешь на стройку, ну. Угу. Ну так мне кажется, там привезти-то мы им привезем. Вот что-то. Да, а когда вот они оплатят это все дело, судя. Сейчас, подождите, мы доработаем, да? Да, да. Все. И встали, да? Так. Я смотрю, работа у них идет полным ходом, да? Как обычно. Ну, как сказать. Есть же такая пословица. Сейчас мы 5 минут поработаем, а потом часок так быстренько. Раз. И отдохнем? Отдохнем, ну. Ладно, пойдем к нашим новеньким модикам. Модам. И сегодня у нас будут друзья Porsche. Porsche Cayenne. Розовые Porsche. Розовые. Ну, какие скинули, так какие. Чего уж мы. Как бы черные бы, конечно, взяли бы. И белые, как обычно. Белые, да. Ну есть. Они вообще-то красные. В общем, этот цвет в игре такой красный, он такой вот как бы клубнично-красный, да? Да, он все равно с оттенком, с розовым. То есть он как-то темно-розовый, можно его обозвать даже. Да, давай посмотрим, что они из себя представляют. Так, внутри. Так я понял, 83 – это скорость, наверное, стандартного джип. Что внутри? Внутри все стеклянное. Это новые технологии, ты не видел такие? Реально есть. Да, это прям новые. Ставятся камеры, то есть снаружи машины, а внутри... как бы и экран такой, то есть дисплей, и ты как бы смотришь сквозь машину. Я так понял, здесь эта технология уже разработана полностью, да? Да, она уже в законченном виде здесь уже предоставляется. Главное, рули есть, как бы, да и ладно, да? Главное, рули есть, и остальное все хорошо. Версия, это вообще невозможно управлять версией. По сути, внешний вид шикарный, в принципе, внутри недоработано немножко. Ну, давай съездим туда, я знаю, где там можем мы полетать. Помнишь, где мы, когда серию делали, планета, по-моему, пятая, мотоцикл мы делали, мы нагружали... Там летали еще на чем-то. Да, мы нагружали мотоцикл полностью, люльку. Мы летали, да, с люлькой, канистрами, с бензином и перелетали через реку. Друзья, посмотрите, серия прикольная получилась. Ну а мы сейчас Porsche Cayenne попробуем. Так, и где тут? Вспомнил? Взлететь. Где-то здесь же было, подожди. Да вот, подожди, вот, подожди. Смотри. А, я немножко проехал. Возле цирка, да. Где-то возле цирка. Мы и прям... на горку подлетали, я вижу уже. Я вижу. Сейчас я развернусь. Вот здесь площадочка, вот она, да. Вот здесь, вот прямо отсюда. Можно вот так разгоняться. Ай, блин, он как джип дрифтует, это капец. Да, вот здесь задача не поворачивать, нужно как-то прямо попробовать. Мотор как у джипа, да? Да. Ну что, я поеду, а потом посмотрим, как... Давай, я за тобой. Я больше разгончика возьму просто. Давай, все, погнали. Давай, газуй. А ты туда едешь? Воу-воу-воу, да. Нормально? И? Воу! Как она? Да как она... Топил. Воткнулся в... Берег. Нормально, мощине хватило немножко. Давай. Вот так же у меня. Так же у меня получилось. Чуть не утопил, да? Ну, кстати, забирается мощность у него хорошая, когда он заезжает уже. А подожди, интересно. Что? Ну-ка, когда.
Тут еще инверсия камеры стоит, вообще жесть. Жесть внутри. А, смотри, ну, инверсия. Он полностью вот эти пешеходы, когда идут, они в салон заходят, и я даже... Они даже не понимают, что это машина, да? Ребята, смотри. Вы же в машине находитесь. Вы что? Же в машине, это же... Это же новейшие технологии, вы что делаете? Можно, девчонку можно, блондинку. Цепляй быстрее. Сразу, да? Она не поняла, да, что уже в машине, что уже в Поршаке сидит. Давай в Порш садись, да, куда пошла? Ладно, поехали посмотрим другой мод. У нас сегодня, друзья, еще будет один мод. Спасибо, что... Немножко по доработе они, да? Да, надеемся, по доработе они будут. Но спасибо все равно, что вы присылаете разные моды. У нас есть возможность обозревать их, смотреть, что какие-то моды доработаны, какие-то моды уже закончены, да? Ну, как бы уже все сделано, все нормально. Какие-то моды бывают, что уже даже все сделано, кажется, что уже зря они все это сделали, да? Как это? Могли бы и не делать вообще, да? И бывают и такие моды. Но у нас работа простая, мы что делаем? Просто обозреваем. Если вам нравится, вы можете скачивать. Ссылочка всегда будет у нас под видео, если вам понравился такой мод. Ну, а мы смотрим следующий мод. Давай посмотрим, что нам прислали еще. Давай посмотрим. Так. Заходим сюда же, и мы видим... Что у нас есть Chevrolet? Так. Chevrolet один. Черный мой. Черный, кстати, дороже, 37 тысяч долларов, а красный 31 тысяч долларов. Называется Suburban. Suburban Z71, Suburban LS. Получается. Ну, знаешь, вообще похож как Chevrolet Tahoe или Trailblazer еще называют. Ну вот Suburban, я так думаю, это американский чисто, наверное, такой. У них там такой есть. Субурбанчики. Мы сегодня будем на субурбанчиках. Да. Субурбанить. О, слушай, звук такой, ну ничего у него. Звук, да, интересный. Бурчащий такой, субурбановский, да? Кстати, мы на коне, на Поршаке мы сигналку не включали. Давай, думаешь? Давай попробуем. Давай. Вдруг сейчас вот я включу, вдруг что-то... Понятно, поехали. Нормально. Обычный джип. Да. Поехали, посмотрим, что у нас с субурбанчики. 100 км в час. Так, сотка, давай попробуем сразу их на мощность. На этот, на тон. На. Блин, забыл, как называется. На водопаде? На водопаде, ну. На водопаде нужно проверить их. Как они тащат горку. Не, вообще Porsche Cayenne, мне очень машина нравится, я бы сам себе такую хотел бы. Cayenne-чика, да? А этот не хотел бы такой? И такой бы хотел. А я, в принципе, все. Я бы Поршака бы лучше, конечно, не Поршак, мне больше нравится. Чтобы я из наших модов не взял бы, наверное. Это единственное, наверное, велосипед трехколесный. Трехколесный велосипед? Да, остальное я бы все себе купил бы. Но потому что велосипед, наверное, не это. Не совсем будет уместно, да, ездить на нем. Ну да, лучше на Поршаке хотя бы. По городу такой на велосипеде, на трехколесном. Так, ладно, давай отсюда выезжать, если мы вообще можем, да? Мы сможем это сделать. Вот я заехал, да, завез тебя. А вот, смотри, вот сюда я уже. Все нормально. Да, так, ну, в общем, салон здесь проработан. Вообще проработан. Да, вот. Мыло, да, какое-то тут? Porsche Cayenne вообще не проработанный салон, здесь он есть. Но он пусть немножко замыленный, да, малость. Руль не крутится, доска, это, приборы... Господи, как она называется? Приборная панель? Да, она, в общем, тоже картинка просто. Ставили картонную картиночку. Немножко все равно доработанный он получается, да? Да, но он доработан, он, в принципе, приличный мод, хороший. Ты думаешь, как он долетит до следующего берега, до другого или нет? Мне кажется, он должен долететь, потому что Поршака что-то слишком уже зарезали в плане скорости, да? Ну вообще, да. Эта машина просто зверская на самом деле, да? Porsche Cayenne. Турбовый вам идет. Она вообще просто... Она, во-первых, стоит, как самолет. Ну, практически. Да, а во-вторых, она... Ну, в общем, мощная, престижная тачка. Я надеялся, что ее можно... Ну, мод будет более заделан. Ты уже поехал, да? Да, я потихоньку начал. Все, давай, я за тобой. Слушай, она больше, наверное... Хотя не, в принципе, почти до конца долетел. Нормально. Давай. Мне поможешь. Не разогнался. Не заезжайте на глубину, мне пишут, слушай, да. Ты не утопил еще? А ты утопил? Нет, я не утопил, я прям так сижу и смотрю на ил. Че, как там караси на днище? Красота!
Красота. Красиво, да? Да, очень красиво. Плохо. Я тоже все посмотрел. Ну, в общем, такие дела. У нас Porsche Cayenne и... Можно сказать, что Chevrolet Trailblazer. Да, Chevrolet у нас сегодня были в обзорах. А, друзья, если вам понравилась такая моделька, как Chevrolet или Porsche, скачивайте ее, ссылочка будет в описании, присылайте нам новые моды. Мы будем прощаться, с вами был Родригес и Сайбат. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, друзья, всем пока-пока. Всем пока, ребят.